На официальном приеме в резиденции губернатора собрались представители ведущих средств массовой информации региона. Глава Челябинской области Борис Дубровский поздравил их и отметил высокий профессионализм в работе журналистов. Поздравляю вас с Днем российской печати. В Челябинской области традиционно сильная журналистская школа. Много знаковых фигур, много известных имен корифеев средств массовой информации. Люди вам доверяют, и это очень важно. На встрече Борис Дубровский наградил победителей конкурса «Лучший журналистский материал» и особыми дипломами отметил авторские коллективы редакций и отдельных журналистов. За активное привлечение лидеров общественного мнения к обсуждению актуальных тем, кто шел в центре внимания. Диплом получает директор ТТК «Южбурат» Петр Васильев. После награждения с поздравительным словом выступил председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. Выражаю вам благодарность и поздравляю с вашим профессиональным праздником. В Челябинской области журналистское сообщество, на мой взгляд, самое профессиональное и самое объективное. Благодаря вашей работе сегодня формируется общественная, социальная, политическая обстановка в нашем регионе. И то, что все у нас спокойно, мы все с вами и конструктивно мы работаем, это ваша заслуга. Работа журналистов, если не всегда, то часто связана с властными структурами. И для этого важно наладить тесную связь. Средства массовой информации всегда были, есть и будут оставаться неким буфером между властью и народом. С одной стороны, СМИ рассказывают власти о том, чего хочет народ и чего он ждет от нее. Но они в то же время рассказывают и народу, чем занимается власть и как она работает. И это происходит с помощью наших материалов, публикаций, видеосюжетов, радиорепортажей. И когда есть возможность выйти на эту связь, на эту коммуникацию напрямую, как сегодня, то это важно и для власти, и для журналистов.